Всем привет! И сегодня мы проведем обзор одной из самых популярных и очень быстрых карт памяти на 128 гигабайт. Карта была приобретена по распродаже на сайте AliExpress за $40. Карта поставляется в небольшой упаковке голубого цвета. По дизайну упаковка выглядит скромно, если не сказать дешево. На передней стороне имеется прозрачное окошко-дверце, через которое видна сама карта, без SD-переходника. Сверху располагается логотип NETAC, объем карты 128 гигабайт, надпись Smart Card for Mobile Phone and Smart Device, умная карта для мобильного телефона и умного устройства. Ниже имеется маркировка U3 и класс 10, обозначающие высокую скорость работы карты. На обратной стороне располагаются иконки свойств карты: влагозащита, работа при экстремальных температурах, антистатичность, защита от рентгеновских лучей, ударопрочность, а также адрес производителя и штрих-код. Откроем упаковку и посмотрим, что лежит внутри. Вынем карту через дверцу и вскроем упаковку. Как видим, кроме карты внутри ничего нет. Вот так выглядит карта. На обратной стороне имеется надпись «Сделано в Тайване». Для теста будем использовать программу Crystal Disk Mark версии 5, которая измеряет последовательную и случайную скорость чтения записи накопителя. Также проведем тестирование в проводнике Windows, копируя файл большого объема на карту памяти из карты. Тестирование будем проводить на планшете Surface Pro 3-го поколения. Вставляем карту в картридер, запускаем программу, выбираем карту памяти и жмем All для начала тестирования. В итоге мы имеем следующие результаты. Максимальная скорость чтения – 85 МБ в секунду. Максимальная скорость записи – 38 МБ в секунду. Минимальная скорость чтения – 2,2 МБ в секунду. Минимальная скорость записи – 1,2 МБ в секунду. Следующий тест произведем в проводнике Windows. Скопируем файл в 1,5 ГБ на карту памяти из карты. Как видим, максимальная скорость копирования на карту составила 36 МБ в секунду. Средняя скорость – 25 МБ в секунду. Максимальная скорость копирования с карты составила 82 МБ в секунду. Средняя скорость 76 МБ в секунду. Ну что же, подводя итоги, хочется отметить, что карта памяти полностью оправдала ожидания. Высокая скорость чтения записи подтверждается не только описанием продавца, но и реальными тестами. Получается, что карту можно использовать не только для съемки Full HD видео и хранения информации, но и для съемки 4K видео. В общем, если вам нужна высокоскоростная карта большого объема по разумной цене, то рекомендую данную карту к покупке. Ну что же, это был обзор карты памяти NETAC P500 на 128 гигабайт. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!